Сейчас в сюжете. Каждая монета в одном экземпляре, и все это в подарочной упаковке. Скирман Тебальчуте расскажет больше. Уже второй день в Банке Латвии очереди. Число желающих поменять латы на евро не уменьшается. В то же время растет спрос и на сувенирные комплекты. Пока люди стоят в очередях, чтобы обменять латы на обычные евро, Банк Латвии начал издавать специальные сувенирные комплекты евромонет. Самой ценной считается чеканка качества Proof, монеты которой даже помещены в специальные капсулы. 8 монет высшего качества помещены в коробочку из натурального дерева. Стоит такой комплект 35 евро, хотя его номинал всего 3 евро и 88 центов. В банке поясняют, каждая монета – это ручная работа. Основа, она полирована, да, а потом рельеф покрыт таким матовым покрытием, да. Это и характеризует высшее качество, качество Proof. Второй сувенирный комплект стоит в 2 раза дешевле – 14 евро. В картонной упаковке монеты попроще. Это монеты качества Brilliant and Circulated, то есть заготовки обрабатываются, полируются и потом чеканятся медленнее, чем обыкновенные оборотные монеты. Сувенирными деньгами больше всего интересуются нумизматы. Их также используют для репрезентативных функций. Коробочки с латвийскими евро уже заказали посольство и президентская канцелярия. Тираж у сувенирных комплектов небольшой. Деревянных коробочек сделано 5000, картонных 30000. Скирман Тебальчуте, Илмар Срокис, телекомпания ТВ5. Смотрите в итоговом выпуске новостей в 10 вечера.